Всем, кстати, огромнейший привет. Белецкий на связи, с вами в дороге сейчас. Ой. Сегодня вторник, мчу после работы. Все по стандарту. Погода хорошая, ловлю моменты, потому что у нас то дожди. Вот, то не получается, дела какие-то есть. Вот, сейчас выбрался. Надо мотануть немножечко. Уже, я не знаю, правда, когда выйдет ролик. Трекстенд уже на подходе. Я думаю, моментик покажу. Вот. Идет все отлично. Уже стою в параллели. На самом деле, на удивление, учусь, кстати, сейчас в контактах. А в контактах учатся совсем по-другому. У меня же контактные педали. Я должен уметь делать его в контактах. Простыми словами, я, знаете, снимаю вот эти блоки, что тебе не страшно становиться в контактах. Вот. Контактеры меня поймут. Я так думаю. Участвовать не буду. В следующем надо действительно собраться, поучаствовать здесь на соревнованиях по местности у себя и съездить еще по районам у нас. С кем-то на транспорте или на дизелях тут. А что делать? И сделать, знаете, форму хорошую. Вот. Я уже планы тренировок прорабатываю, что я буду делать вне сезона. Думаю, возможно, тоже буду вам показывать кусочками. Будет, думаю, интересно. Дополняем, скажем, у меня есть своя программа. Вот, по поводу тренировок уже такая образуется. Все время ее дополнять. Очень интересно. То, что мини-марафончики такие, полумарафоны катать интересно. Ну, по крайней мере, для меня сейчас. Надеюсь, так и останется. Знаете, просто я все время живу возле леса. И не грех, да, после работы там вкатить в лес, на Саревах проехать, когда они здесь рядышком проходят тоже. Это совсем не грех. По дорогам я пока не люблю особо ездить. Несмотря на то, что резина сейчас такая, она укатистая по дороге. Поэтому обод я так всадил уже на низком давлении задний. Без камерку, поэтому пока не ставил. Скорее всего, придется менять обод задний. Ширина обода заднего 25. Вот. Как бы он так походит, но он, скорее всего, чисто камерный уже будет. Потому что там есть трещина. Вот, он, скорее всего, будет пропускать. При этом крутить, и чтобы, знаете, пульс вверха не уходил. Вот. Поэтому здесь вы, кстати, на камере, я надеюсь, видите, но здесь именно идет подъемная часть, вот так вот ты поднимаешься все время. Я все время здесь ездил медленно, помню. Было тяжеловато. Ну, сейчас бы не то, что похвастаться, пульс 159. Сейчас еду 24-25 на подъемчике здесь, то есть просто взять мой тот уровень. И даже сейчас ветер дует, не хвастаюсь, ничего, просто уже прогресс есть. Я знаю, что вы тоже со мной прогрессируете. Спасибо вам за поддержку. Кстати, у меня поддержка офигенная сейчас вообще. С каждым днем, часами она становится все крепче. Спасибо вам, ребята, мне очень приятно. Также пацаны, мальчишки, мужики, девчонки. Девчонки меня тоже смотрят, я знаю. Вот. Мне очень приятно. А я уже скоро буду въезжать в лес. Сегодня буду много с вами говорить, как бы. Я уже по вам соскучился. Стараюсь максимально быть с вами открытым, вот какой я есть. Здесь в этом полю, в году, точнее, поля отдыхают. Обычно засеивают зерном. Красиво здесь очень всегда. Ребятки, давно я в этом лесу не был.
О, первая грязь пошла. Вот здесь еще ничего, да, кстати. Думал, будет хуже. Здесь сейчас лесовозы стали ездить. О, какули. Какие. Мне еще, кстати, реально везет сегодня. Как-то лес еще здесь не сильно пропитался. Хотя дожди такие были, вот неделя шла. Казалось бы. Думал, будет хуже. А тут нормально. Можно ехать даже. Не напрягать особо. О, снесло меня. Это нормально. Сейчас, знаете, есть такие моменты, когда ты едешь на велике в лесу, тебя начинает сносить. У каждого была эта грань, когда ты успеваешь выруливать. И вот прикольно эти моменты, когда ловишь их, и у тебя получается, ну, споймать велосипед, выровняться и не упасть. Ой-ой-ой. Аж выстегнулся в колее. Я не знаю, как на камеру, но меня в колею сейчас закинуло. И я кое-как переднее колесом выровнял. Заднее понесло. Капец, каша. Я никогда тут обычно в объезд не ездил. А приходится. О, леса навалили. Какашечки. Просто одни какашечки. Вот эту колею, когда влетаешь. Такое себе. Здесь норм. Естественно, пару фоточек. Можете зайти подписаться в инстуху. Такие красивые деревья. Здесь, кстати, такого не было. Я здесь в том году начинали, но как-то подзабросили. Но все-таки решили здесь фигачить. А дальше будет еще хуже. Едем дальше. Сделал, блин. Она такая жесткая. Офигеть просто. Так. Проскальзываем тут. Блин, ну на луже еще везет, я бы сказал. Обычно здесь, ну, быстро всегда проскакиваю. Если лиховой ездит, еще видно. Так. Все свеженько. Сегодня видно, мужики работали. Следов пока так никого не видно. Здесь и на квадрике мужик летел. Вот видите, кстати, у нас маршрут должен был здесь тоже проходить. Это уже к финишу выезд. До сих пор еще веревочки остались, не сорвали лесники. Поехали слева. Тут, смотрю, слева бежал. Здесь сильно быстро сейчас не уедешь. Вот так всегда, кстати, на камеру буду смотреть, даже при монтаже. Что тут такого? Чего-то не ехал, кажется. Грязи дофига. Колесо переднее вообще забитое задним. Протектор забился. Но надо немножко крутнуть. Ой, как грязь полетела. Наверное, слышно было. Все по лицу. Но я в очках, мне пофиг. Вы бы сейчас очки мои видели. Подзасрал их так нормально. Но видно, ехать можно. Уже останавливать не хочется, потому что комары, блин, достали. Пока тут пару фоточек сделаешь, покажешь моменты, тебя уже съедают. Так, сейчас, наверное, грязюка там будет впереди. Кстати, здесь смотрю, не сильно, что ли, они ездят. Вот тут уже не доехали, что ли. Можно ехать, нет, нельзя. В объезд тоже. Кто-то ехал. Немножко ускоримся. Не люблю медленно ездить сейчас особо. Сейчас, ребята, стараюсь и вкручивать, особенно вот по грунтам. По асфальту, если где-то, может, и отдыхаю. Но грунты, как бы, я не отдыхаю. Стараюсь все время где-то на каденсе, где-то, если горочки, да,
где особенно ровняк, сплошняк, крутить-крутить и в горочке. Вот как сейчас подъемчики идут, небольшие. Постоянно крутить. Так потихоньку форму набираю, кстати. Да, не все в кадр входит. Бывает, еду просто тихонько, не снимаю. Хотя надо постоянно снимать. Где-то уже на более маленьких звездах в некоторых моментах стараюсь заехать. Поэтому лесу вообще раньше на больших звездах ездил, на каденсе. Как вспоминаешь, думаешь, блин, вообще обалдеть. Так, а с какой здесь стороны песка много? Слева или справа? Здесь вроде укатано. Здесь обычно в жару летишь, и жесть, тебя так заносит. Вот здесь, если мы с Андрюхой впервые учились держать велы, и я, по крайней мере, так точно. Потому что так тебя качает влево-вправо, перед-зад заносит. Вот как раз-таки здесь я на этих песках учился свои первые удержания, так скажем, да? О, какашки опять. А мы сейчас вот так вот. Вот так вот. И не влетели. Стараюсь так сильно не влетать в говно. Подвес, подшипники, все дела. И это немножко бережешь. Так я вымываю хорошо, конечно. Вот. Постоянно чищу. Вот. Про подвес могу сказать, что просто кайф, диван. Сколько раз уже говорил. Едется отлично. Постоянно свое удовольствие. Вот сейчас после работы заманался, но едется отлично. И ноги чувствуются. И крутится хорошо. Приятно. Кто бы что ни сказал, конечно. Пульс 191. Казалось бы, да, тут вроде рельефно, а нет, не везде. На камеру все время ровно показывается, кстати. Это бесит. Ну, нормально. Я еще говорю плюс. Но едется в кайф. Здесь уже, знаете, все свои траектории, знаешь. Куда что ехать. Какули. Какули, какули. Обычно там скидывало меня, кстати. Тут норм. Ребят, еду сейчас кайф, с вами говорю больше сегодня. Я люблю поговорить. Первый лес уже фактически мы проехали. Сейчас будет второй. Вот сейчас увидите, здесь дорога разделяется. Вот и разделение его. На гонке ты направо здесь уходишь, а я прямо. Мы уходим прямо сейчас. Вот здесь вообще дорога офигенная. Здесь такой, знаете, маршрут. Я вот обожаю. Почему жалко, на гонке его нету. Здесь либо песок, либо после дождей ты здесь крутишь жестко. Вот тут как повезет, рулетка. Вот. А в ту сторону ты едешь тоже там неплохо, да? Но вот, ну, там лес тоже идет, большая дорога. Тоже есть пески. Но здесь, ну, там-то ты быстро в деревню все равно въезжаешь. А здесь ты все время по лесу, и какой-то тенек тебя все равно спасает. От солнца. Ну, понятно, с одной стороны, чем концовка тяжелей, а как бы, наверное, тем лучше для маршрута тоже.
Но я вот здесь вообще кайфую. Даже в жару. Несмотря на то, что пески какие здесь. Вот. Все равно здесь и топишь, и сбоку. А бывает даже и по центру. Вот здесь я уже первых зайцев, кстати, начал встречать на велике. С Андрюхой встретил, косого. Встретил. Потом уже один. Ну, сейчас как бы я один катаю. У нас следы были, собаки большой. Вроде как. Здесь такое место не все люди знают. Здесь отдохнуть хорошо. Есть такие места хитрые. Спалил, получается, да? Ну, не все заезд тут знают. Хотя его найти легко. Но здесь вообще в кайф едется. Видно, конечно, по-моему, здесь, да, здесь стали приезжать люди. Я уже здесь давно не катал. Я обычно сейчас другой маршрут прикатывать стал. Ну, как говорится, как старое помянешь, да? Сегодня вообще едется такое удовольствие свое. В кайфовое. Когда ты здесь был последний раз давно уже, ехал, то едется еще лучше. Едется еще лучше намного. Вот я уже на выходе. Ну что, ребята, я уже на своем чекпоинте. Задачу на сегодня я вечернюю выполнил. Сейчас можно... я еду туда. Выезжаю. Там у нас озеро. Там уже вот машины стоят, люди купаются. Задача минимум выполнена на сегодня. Сегодня у меня такой день был немножко тяжеленький на работе, но для меня это не повод останавливаться, да. Вчера вот я тренил, как я говорил, трекстенд. Кстати, потихоньку начинает получаться. Эду я вставочку обязательно вам ставлю, кстати. Вот, где-то уже в параллели. Сначала остановился с одной ноги, потом в параллели. Я в любом случае расскажу еще все фишечки, которые мне помогли, которые мне подсказал также Андрюха, пацаны. Вот, ребята, план главное выполнен на сегодня. Не сдаемся, погода сегодня супер. А потом опять почему-то у нас стоят дожди. Бесит. Я уже хочу ездить каждый день. У меня уже намечен маршрут, ребят. Я думаю, будет вам интересно. Буду стараться вам по максимуму показывать. На выходных будет тоже интересно. На этих выходных я должен выкатить буду с ребятами. Возможно, с Женей, подписчиком. Вот. Надеюсь, что все будет получиться. И мы вместе выкатим. Потому что я сам обещал вам всем вкатить. Вот, люди сейчас едут тут в леса. Сейчас так все, знаете, смотрят, когда ты что-то снимаешь. Люди проезжают, такой все так оборачиваются. Ну, что это он делает? Вот. В общем, в следующий раз я уже буду через тот маршрут ехать. Набил там небольшой участок себе. И сейчас на картах, кстати, маршруты просматриваем. Спасибо, Рим, всем, ребят, огромнейшее за просмотр, что вы были со мной. Вы постоянно всегда со мной на связи. Спасибо всем за теплые комментарии, которые вы мне пишете. Мне очень приятно. На самом деле, вас становится все больше. С каждым разом мне все приятнее и приятнее. Ко мне добавляются люди. Мне пишут приятные пожелания. Спасибо вам за лайки, за ваши комментарии, за вашу поддержку. Я всегда с вами. Буду на связи. Обязательно, кстати, подписывайтесь в Инстаграме, ВКонтакте. Отвечу, постараюсь максимально ответить на любые вопросы, если что-то будет интересно. Пишите, кстати, свои вопросы, может, какие-то пожелания под видео. Мне будет очень приятно, не стесняйтесь. Я как бы открытый человек, я всем отвечу, стараюсь по максимуму всем отвечать, вот, стараюсь не пропускать комментарии. Спасибо всем, что были сегодня со мной, обнял, приподнял. Ребят, в экстензе стою обычно по 10-15 секунд сейчас получается, вот сейчас подольше. В общем, стараемся дальше. Как говорится, больше я теку, вообще жесть. Обнял, приподнялся еще раз.